В Запорожье открыли крепость. Обещанная детская площадка в парке Трудовой славы наконец наполнилась детским смехом. На открытии побывали и наши корреспонденты. Даже с учетом экономии, проект строительства этой детской площадки обошелся городу в 1,5 миллиона гривен. В рамках реконструкции парка, начатой еще в 2012 году, решили заменить старую каменную крепость на новую. Это надо было уже делать, потому как были на входах своды, арки, кирпич уже обрушался, не дай бог бы на кого-то упало. Вот. Ну и, конечно, внутри была антисанитария, и все остальное. Надеемся, что здесь будет все иначе. Площадка выполнена по новым технологиям – из фанеры и дерева. Территория устелена морозостойким резиновым покрытием. Впрочем, детям все равно, из чего сделаны горки и качели. Главное – весело. Была каменная, а сейчас поставили нормальное, вот, интересно, детки все играют. Было что-то большое ржавое, по-моему. Я думаю, деткам понравится. А вашим нравится? Да, очень. В этом парке в рамках реконструкции впервые в Запорожье предусмотрены разные зоны отдыха для детей всех возрастов. Для малышей это игровая площадка, для детей среднего возраста – открытая накануне крепость. В ближайший месяц планируется завершение работ на площадке для занятия паркуром для старшеклассников.